Вот он, наш будущий паук, выбрала белый цвет. Здесь вот лунный камень, бусина крупная, красивая. Здесь вот перламутровые бусинки, стекло с гальваникой. И вообще набор супердорогих бусин австрийского, чешского производства. Ну, неважно. Пины использую нержавеющие здесь, надежные, прочные будут. Значит, хотела показать вам изнаночку. Вот, пожалуйста, здесь многослойная изнанка. Я подшиваю и фетр, несколько слоев, и картон, и кожа. И обшиваю по периметру. Аккуратненько бисером. Можно делать это пайеточками маленького диаметра, прикрывать толщину слоя. И теперь остается просто красиво изогнуть эти лапки, и все. Работа будет готова. Сейчас изогну и покажу. Вуаля! Готовы лапки. Изгибаем, куда нам нравится, в какую сторону хотим. Делаем красиво. Красивого паука. Пожалуйста. Полюбуйтесь. Вот такое вот творчество по итогам.